Всем здорово! Сегодня я решил с вас снять поездку на троллейбусе номер 10А от улицы имени 39-й гвардейской дивизии до улицы Каспийская. Погодка сейчас прекрасная, слегка морозец, выпало немного снега, вечерок, поэтому чего бы не заснять. Подземные переходы.
Петербурга. Выход в мемориал. Осторожно, двери закрываются. Тогда собираюсь уезжать. Уважаемые пассажиры, троллейбус работает без кондуктора. Пассажир обязан оплатить проезд сразу после входа в троллейбус. Оплачивайте проезд банковской или транспортной картой, приложив к одному из валидаторов, расположенных на поручне. Для приобретения билета за наличный расчет, пожалуйста, входите в троллейбус через переднюю дверь. Оплата водителю при входе на остановке. На линии усилен контроль.
Следующая остановка – Акинская улица. Выход к тубдиспансеру и детской инфекционной больнице. Остановка Бакинская улица. Выход к тубдиспансеру и детской инфекционной больнице. Следующая остановка улица 7-й гвардейской бригады. Задняя площадка, заходи, еще плачем, пожалуйста. Какой громкий динамик, я БКМ прямо. Остановка улица 7-й гвардейской бригады. Следующая остановка площадь Ленина. На Бакинской заходили, еще две платы.
Ленина. Следующая остановка – Педагогический университет. Осторожно, двери закрываются. Улица Порт-Саид. Улица Порт-Саид. Следующая остановка – Дом Кино. Следующая остановка – Новороссийская улица.
Российская улица. Следующая остановка – молодежный центр «Родина». Каспийская улица. Это была поездка на троллейбусе номер 10А от улицы 39-й Гвардейской до Каспийской улицы. На БКМ 3021-00Д. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Всего вам доброго. Пока.